встречаете по драконы, по-моему, это. И там что-то дети смотрят. Плитоворки детские. Вот. Мы когда-то тут раз были, тут медведи гуляли. А сейчас что-то я не вижу. Попрятались, может быть, они. Ну, так запах чувствуется медвежий. Вон красные какие листики на дереве. Так что никого здесь не видно. Ну, народ потихоньку двигается. И за стеклами я заглядывала. Что-то я там никого не вижу. Ну, пойду еще погуляю дальше. Здесь, наверное, должны быть обезьяны. Но я их тоже не вижу. А, вон одна сидит спиной сюда. Обезьянка, манка. Вот, если я увеличу немножко. Она отвернутая, это манка, обезьянка. Шусь вон, не хотят поворачиваться. Ну вот, походу начинается дождь. И поэтому я, наверное, дальше не пойду. Хотела зайти там где-то, крокодилы были. Но не знаю, где те крокодилы. Дождик начинает моросить. Я зонтик, конечно, взяла. Но не очень-то охота попасть под дождь. Вот вышел ягуар. Такой пятнистый котик пошел на ту сторону. Да, тут у них такие живут, конечно. Максимально им сделали природу. Раньше они вообще в клетках сидели. Сейчас хоть что-то, но это, конечно, не жизнь. Это что-то с чем-то. Вон дети позалазили на ягуара железного. И, наверное, фоткаются. Вот какое-то озеро. Да, детям это, конечно, интересно полазить. Там птичек валом. Вот не помню, или там голубое вот здание. Где ж те крокодилы? Там бассейн крокодилы сидели. Ну, не знаю, попаду я туда или нет. Ах, красота. Здесь вот посажены деревья. Ну, вот тут живут птичка. Они не улетают. Хотя могут. Ну, наверное, привыкли тут и живут.